Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Ярко выраженные представители этого имени обычно нетерпимы к несправедливости и угнетениям, но в стремлении сделать мир лучше они доходят до крайнего фанатизма. Люди с шипящими именами одарены в области изящных искусств, имеют хорошие артистические данные, обладают врожденным чувством такта, никогда не заденут чужого самолюбия. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Они нуждаются в любви, признании своих усилий и восхищении достижений. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Таким личностям стоит уделять больше внимания самочувствию из-за частых перепадов настроения. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Этим людям нравится спорт, они физически развиты, сильны и выносливы. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. В любви предпочитает комфорт и старается предугадывать желания партнера. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.